Еще 3 месяца в СИЗО суд продлил содержание под стражей экс-министра Михаила Бузова. Это несмотря на рекомендации адвокатской палаты Москвы менять меры пресечения заключенного вместо содержания в СИЗО на любые другие из-за коронавируса. Гильдия российских адвокатов предложила главе СКРБ Стрыкину и главе МВД Колокольцеву перевести заключенных, не представляющих особой опасности, под домашний арест. Например, финансовых мошенников или тех, кто уклоняется от налогов. В СКР МВД на это обращение пока не отреагировали. Сегодня суд отказался переводить под домашний арест Бузова. Напомню, он обвиняется на выводе за рубеж 4 миллиардов рублей, которые были похищены у крупных поставщиков энергии Новосибирской области, считает обвинение. Ранее защита Бузова сообщила о срыве экспертизы по этому делу. Эксперты Минюста должны были определить рыночную стоимость акций 4 компаний, которые были проданы энергетическим предприятиям по завышенной цене. Суд эксперты заявили, что не могут вынести свое заключение в рамках этого дела, так как следователи не предоставили необходимые документы. Однако суд все же встал на позицию следствия, говорит адвокат экс-министра Александр Аснис. Для нас удивлений это не было. К такому варианту мы были готовы. Суд у нас, как правило, разделяет позицию следствия. В исключительных случаях разделяет позицию защиты. Но это исключительный случай. Будем обжаловать установленным законом порядке. Надежда у нас есть всегда. Насколько она будет обоснованной, мы увидим после того, как суд апелляционной инстанции вынесет свое решение по нашим жалобам, которые еще пока не поданы. Будут поданы в ближайшее время. Александр Аснис. Сегодня, помимо судебного заседания, у Бузова еще была назначена свадьба. Он должен был обручиться с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. Выездная регистрация была назначена на 25 марта в СИЗО. Свадьба, назначенная ранее, отложена с введением карантина в СИЗО Лефортово, сообщает ТАСС. Но даже если бы регистрация брака состоялась, сейчас в СИЗО временно запрещены краткосрочные свидания с родственниками. Михаил Абызов может выйти из СИЗО. Как стало известно Бизнес-ФМ, финансово-экономическая экспертиза Минюста не подтвердила установленный следствием ущерб в 4 миллиарда рублей, на чем настаивает следствие. Эксперты не смогли подсчитать стоимость акций сибирской энергетической компании и компании «Региональные электрические сети». В деле просто не оказалось необходимых документов. Этот козырь защиты может существенно повлиять на дело, говорит обозреватель Бизнес-ФМ Мария Локотецкая. Источник, хорошо известный с ходом следствия, на условиях анонимности рассказал мне, что у защиты Михаила Абызова по сути появился козырь. Финансово-экономическая экспертиза, которую проводил Минюст, не подтвердила установленный следствием ущерб в 4 миллиарда рублей. Экспертиза пришла к выводу, что ущерб по делу установить не представляется возможным. Именно так, по словам моего информатора, написано в документах. И это может существенным образом сказаться на судьбе Михаила Абызова и еще 4 его предполагаемых соучастников, которым 24 марта Мосгорсуд будет решать, продлять срок ареста свыше года или нет. Если Мосгорсуд все же пойдет на какие-то послабления и освободит Михаила Абызова из СИЗО, там он уже находится почти год, изменит ему меру пресечения хотя бы на домашний арест, о котором неоднократно просили защитники, то это станет хорошим подарком ему в преддверии свадьбы. 25 марта у него запланировано бракосочетание в СИЗО Лефортово с его гражданской супругой Валентиной Григорьевой. Это бывшая стюардесса, с которой он уже вместе несколько лет, у них есть совместный ребенок. Она неизменно приходит на все заседания судов по вопросу продления или возможности изменения меры пресечения Абызову. Вот посмотрим, чем дело закончится 24 марта. Мария Локотецкая, каковы шансы на смягчение меры пресечения и смогут ли новые обстоятельства повлиять на предстоящее решение, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. Бесспорно это повлияет, если материалы по этой экспертизе будут предоставлены в суд при рассмотрении вопроса о продлении скраж. Судья любой учитывает, что если дело, то, что называется, сыпется, ну, конечно, держать человека дальше в СИЗО становится, скажем так, не очень комильфо. Примеров масса, мы можем посмотреть, очень многие дела, перед тем, как окончательно развалиться, проходят стадию домашнего ареста. Я почти не сомневаюсь, что в основе дела Абызова лежат какие-то другие бизнес-интересы господина Абызова. Скорее всего, да, что-то кто-то с кем-то не поделился. Очень на то похоже. Потому что, как правило, если в отношении человека такого уровня начинается уголовное преследование, в России, как правило, означает,
означает, что есть какие-то иные вопросы. Федор Трусов, экс-министра Михаила Абызова, обвиняет по нескольким тяжким статьям: создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере и других. Несмотря на то, что формально заседание является открытым, попасть на слушание о мере пресечения на следующей неделе смогут только участники процесса. В связи с коронавирусом до 10 апреля все российские суды перешли на ограниченный режим. Почти через год после ареста Михаила Абызова было возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органов. Неизвестный сбыл Абызову менее грамма каннабиса, который он хранил без цели сбыта в квартире в Первом Обыденском переулке, пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что дело возбуждено именно по факту сбыта наркотического вещества, а не в отношении Абызова. Вот как прокомментировал это адвокат экс-министра Александр Аснес. О том, что возбуждено некое уголовное дело по наркотикам, связанное с Абызовым, адвокаты Абызова узнали сегодня утром из СМИ. Где возбуждено такое уголовное дело, я имею в виду, в каком органе предварительного следствия, если оно вообще возбуждено, нам неизвестно. При этом в публикациях идет речь о том, что оно возбуждено по факту продажи неким неустановленным лицом Абызову наркотического средства. То есть речь идет о возбуждении уголовного дела в отношении некого лица, которое нарушило уголовный закон и Абызову что-то продало. Я хочу напомнить, что вопрос об этом наркотике или об этом большом количестве наркотического вещества возник при аресте Абызова еще почти год назад. Следствие заявлял, что в квартире у Абызова найдены наркотики. Я тогда уже пояснял и поясняю сейчас, что та квартира, где было найдено незначительное количество 0,8 грамма, если я не ошибаюсь, наркотического вещества, она Абызову на право личной собственности не принадлежала и лично Абызовым не арендовалась. Александр Аснес. Михаила Абызова задержали в марте прошлого года по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей, незаконной предпринимательской деятельности с получением незаконного дохода в 32 миллиарда рублей, легализации преступных доходов. Сам Абызов вину не признает. Ранее на этой неделе Мосгорсуд признал на законном продлении ареста Михаила Абызова до 26 марта. Жалоба его защиты на постановление Басманного суда была отклонена. В США остались претензии к Олегу Тинькову, который до 13 года был американским гражданином. Служба инициировала судебные слушания в Лондоне, в которых основатель Тинькофф Банка примет участие как частное лицо, а пройдут они с февраля по апрель. Вот что Business FM сообщили в пресс-службе TCS Group. Олег Тинькофф участвует в судебном слушании в качестве частного лица. Данная ситуация не влияет на операционную деятельность компаний, входящих в группу Тинькофф. То есть Тинькофф Банк, Тинькофф Страхование, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Образование и другие. Мы со своей стороны самостоятельно сообщили информацию об участии Олега Тинькова в судебных слушаниях, инициированных американским ведомством, для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании, которая листингована в Лондоне и в Москве. Олег Тинькофф уверен в регулировании дела в кратчайшие сроки, добавили в группе Тинькофф. Бизнесмен не только жил в США, но и вел там бизнес. В США Олег Тинькофф проживал во время обучения в Калифорнийском университете в Беркли. Он прошел полугодовую программу по маркетингу в 99 году. Спустя несколько лет бизнесмен вышел на рынок с пивоваренной компанией Тинькофф. Об американском этапе своей жизни Олег Тинькофф писал в своей автобиографии «Я такой, как все» в 2010 году. Приведем некоторые цитаты. «Америка – страна с самой большой конкуренцией. Это единственная страна, где бизнес возведен в ранг науки. Делать бизнес в Америке оказалось сложно. Я в этом еще раз на собственной шкуре убедился, когда продавал в США пиво Тинькофф. Для американского рынка я заменил FF на V, ведь фамилии с двойным F воспринимаются американцами как немецкие, а не как русские. Разливали пиво позади нашего ресторана в Питере, а продавали в сетевых магазинах Калифорнии. И уже тогда я понял, что это очень сложный рынок. Олег Тинькофф отказался от гражданства США в 2013 году и окончательно переехал в Россию, где продолжил развивать свой банк. О том, с чем могут быть связаны претензии американских налоговиков к Тинькову и может ли она повлиять на его бизнес в России, рассуждает директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Цивуляк. Так как конкретики нет, а речь идет все-таки о налоговом управлении, то есть, видимо, дело касается налогов, и налогов, очевидно, американских, то есть здесь у нас предположение может быть два. Если Тинькофф действительно сдал свой паспорт, то есть не просто уехал из США, а его сдал все как положено, по американским законам необходимо платить или определенное количество лет после этого налоги в дальнейшем продолжать, как будто вы налоговым резидентом являетесь, или единоразовый налог заплатить, так называемый, на прирост активов. То есть за то время, когда вы гражданином США были,
служили, соответственно, на дату начала и на дату выхода из гражданства считаются ваши активы все. Если они выросли в цене, соответственно, считается прирост капитала, и с этого капитала вы должны заплатить налог. Я, с одной стороны, думаю, что, возможно, Никонов это все сделал, но так как так называемый, да, обходной лист подписан не был, то есть не было согласований со стороны американских налоговых органов, что у них претензий нет, вот они сейчас, в том числе, возможно, за это время накопилось достаточно много штрафов, посчитали нужным ему о себе напомнить. Имеет ли право налоговая служба США как-то повлиять на активы бизнеса Тинькова в России? Налоговая служба США – это все-таки не США, и тем более не суд. Поэтому сама по себе налоговая служба, теоретически, если даже что-то там пришлет, какую-то претензию в наши суды, соответственно, в наш ЦБ или в наш ФНС, но это, прямо скажем, ни для кого не авторитет. Я думаю, ей, конечно, не составит никакого труда свои претензии подтвердить в американском суде и Тинькова с этим решением гонять абсолютно по всему миру. И здесь не надо думать, что он спрятался в России, и, соответственно, американский суд нам не указ. Как мы помним, его бумаги ведь торгуются на лондонской бирже, и, видимо, как только такое решение появится, акция валится как минимум пропорционально сумме этого решения, которое они взыскать хотят, а, возможно, еще и больше. Но и опять же, то, что лондонский суд сможет принять подобное американское решение суда, я даже не сомневаюсь. Там другой вопрос, займет это 2 недели или полгода.